Всем привет, друзья. Всем привет. Так, что у нас? Бургеры, луковые кольца, сырные палочки. Кока-кола. Да, санкционочка. А у меня амстердамский бургер. Что-то он опять без газов. Грузинская, из Грузии. Из Грузии. Сырная. Что она не газированная-то? Тут покупала, она такая же была? Не знаю, ты как-то ее легко еще открыл. Вообще, как будто... Она такая должна быть? Да я не знаю, по-моему, всегда была газирована. Давай попробуем. Давай. Всем приятного аппетита, ты сейчас будешь с нами кушать, и нам тоже. Окей. Давай. Не будем. Она или нет? Она вкусная. Она вообще не газирована. По-моему, вообще не газирована. Добрый кола вкуснее. Намного, кстати. Такой кола 109 рублей стоит. Я вот попробую в банке. Давай. Как я буду тестить между, ну. Как у меня канадский бургер. Не лучше не лезть. Вот такой. Картошка фри. Тут что у нас? Котлета. Че? Ну да, я буду это думать, что я буду. Сырную игра. Не, не ест. Не будет. Но у меня амстердамский. Угу. Бумагу возьми обязательно. Да вот. Не так. Поехали. Спасибо, любимый. Пожалуйста. Эти лавушки на 1045 рублей. Обалденно. Очень вкусно. Хочешь попробовать? Я пробовал. Вкусненько, да? Сейчас сочный. На тебя. Попробуй. У меня по суше. Тут бургер прямо с картохой. В принципе, она вкусная, но газов нету. Я не заморачилась? Нет. Нормально. Хотя нет. Добрый кола все равно как-то вкуснее. Какой большой. Спасибо. А в лаке тоже такой же брать? Нет. Black Star Burger. А ты ела бы в Black Star Burger? Я ела когда-то очень давно. Тебе понравился? Он большой. Он вкусный, да. Ну, с Макдональдсом сравнивай. Вкуснее, нет? Там вкуснее бургеры. Я на носу.
Сейчас их две точки, да, осталось в Москве. Угу. Интересно, там народу есть? Я не знаю, есть там Black Star Pocket сейчас? Там дороже, да, чем в Макдаке? Дороже. Допустим. Что, съел? Угу. Вкусно. Сочно, да? Очень вкусно. Я вот, допустим, вкусная точка там. Таких бургеров нету. Он чисто вот в таких вот, в конторах делают. Ты не будешь? Нет. Я доем. Вкусненький, да? Угу. Соус, да? Угу. Котлета бомба. Вообще, вот. Очень вкусный бургер. Я помню, в одной конторе я брал бургер. Котлета была невкусная. Не то, что невкусная, она пресная была какая-то. Так что, если бургер, котлета вкусная, то... Очень вкусная. Ну, большой. Угу. Сочный, да? Угу. У тебя, по-моему, суховатый. Ну, да. Ну, видишь, картошка еще фри была внизу. Да, это прям сочный. И соус. Сливочный, чесночный. Обалденный. Что, у нас колы больше не осталось? Мать. Ага, спасибо. Я объелась. Ну, палочку. Не будешь бы? Не кажется, соус. Хорошая контора, да? Угу. Постоянно там беру. Там столько всего вкусного. Хорошо готовят. Единственное, повар хороший. Пиццы нету. Ну, мне кажется, пицца лишняя была. Угу. Ну да. Ну, нацелен на бургеры. Угу. И шавуха есть. Даже шавуха там с креветками. С креветками, балашка. С пивом есть шавуха. Я не знаю. Мясо в пиве. Как? Свинина в пиве. Боже. На, по-братски. На, соус, заедай. Да. Не грузинка кола, не газированная. И когда не такая сладкая. Она, во-первых, не сладкая. И не такая газ, и не газированная. Что, всегда такая кола была раньше? По-моему, добрый вкуснее, по мне, как по мне. Добрый вкуснее. Вкуснее, да? Это какая-то, не знаю, все равно не так. Не то, да? Не то, пойду. Не то что-то. Ладно. В общем, все, друзья. Все, друзья. Прием пищи был просто люксовый, просто на высоте, просто бомба, в общем, как всегда. Всем пока.